На календаре 25 апреля, а это означает, что у нас новости недели в Red Dead Online. У микрофона Готика Сократ. Спасибо огромное Кузьмич, Иван Next64Rus, Микит, Василий Дикит, Гай Фокс, Малиновая Вафелька, Вау, Алексей Котов и Вовка СПБ за то, что оформили спонсорку второго и выше уровня. Погнали! Ну и по традиции, как всегда, начнем с онлайна. Онлайн просел жестко, жутко. Проблема в том, что сейчас играет 34 тысячи человек со всех источников, которые только возможны, за исключением, соответственно, плоя консоли, стадии и так далее. То есть это лаунчер, Steam, Epic Games. Проблема огромная. Онлайн просел жестко. В игре, собственно, нечего делать. Тем не менее, подвезли нам на этой неделе новые шмоточки. Помимо этого, новая вариация противоборства оружия победы, резервация в Апити в Амбарина. 50% прибавка к опыту роли торговца за все задания по продаже товара, задания по доставке, поставке и событиям свободного режима для торговцев, а также к опыту самогонщика. Также 50% скидка. Скидка на всю верхнюю одежду, на пончо, скидка у мадам Назар на все пряжки, очки, повязки, кольца и перчатки. Конюшни, скидки на седла и стоило от 70 до 525 долларов. Магазин самогонщика, скидка на расширение бара, музыкантов, скидки на цветные оформления, скидки на улучшение для бизнеса, улучшенное оборудование, это конденсатор и медный дистиллятор. Скидка на фотографии для бара. До 27 апреля вы еще можете заказать по каталогу ряд предметов одежды из ограниченной серии, которые были на прошлой неделе. На этой неделе коллекция Мадам Назар, набор парикмахера, стоимость 70 долларов и 1000 очков опыта. Также на этой неделе это 60%, как я и говорил, скидка на седло, 30% на стойло, 40% пряжки, очки, верхняя одежда, нижняя одежда. В общем, одни сплошные у нас скидки, ничего конкретного и интересного по обновлению на этой неделе есть, однако есть очень интересное событие. Как вы все уже знаете, Kotaku опубликовала о том, что GTA 6 находится на очень ранней стадии версии разработки. Наш любимый TS-фан сказал, что как так не может быть, да это невозможно, нам все врут, на самом деле игра уже заканчивается. Но нас же интересует в основном с вами господа RDR. По обновлению на RDR нет вообще никаких новостей, а это очень круто. Обычно перед отсутствием новостей это как затишье перед бурей. Есть один анонимный аноним, который на Фочане высказал свою позицию, что до конца апреля, начала мая нам выложит трейлер к новому обновлению, которое выйдет в начале июня, потому что будет офлайн презентация у Rockstar, которая была запланирована на E3. Они проведут свою офлайновую презентацию, где покажут нам нечто интересное, возможно, даже обновление для GTA Online, которого еще раньше не было. Более того, самое что важное, на этой неделе нас будет с вами ждать два турнира в Red Dead Online, это в пятницу и в субботу соответственно. Из новостей по этой неделе, к сожалению, все. Новостей становится все меньше и меньше, еженедельное обновление все хуже и хуже, делают огромные безбашенные скидки, видимо, для того, чтобы вытрясти деньги перед каким-то крупным обновлением. То есть вы сейчас от нечего делать скупите все, что можно скупить в игре, после чего, соответственно, вы зайдете в новое обновление абсолютно пустым и голым. Но низкий онлайн, к сожалению, отток игроков очень большой. С этим мы сделать ничего не можем, кроме как участвовать в турнирах, грабить чужие повозки. Присоединяйся к нам, все ссылки в описании, поддержка канала абсолютно там же. Спасибо!